Добро пожаловать на Исла Гранде. Никогда не видел девушку в купальнике, урод. Конечно. Но всегда с таким настроением. Давай, Рика. Это же время брифинга. Пока все идет мило. Твой новый друг Кармона уже предоставил нам важную информацию. Так что теперь мы проведем небольшую операцию на армии. И знаешь, кто станет хирургом? Встречайся с генералом Хосе Дюранго, человек Мендозы. Убей его, и мы сломаем армии хребет. У Дюранго одна слабость. Девушки. Каждый вечер он оставляет базу и ездит в бронированном конвое на вершину старого вулкана и снимает там очередную шлюху. На ночь. У парня член по часам работает. Но сегодня будет в последний раз. Этот сукин сын Дюранго решил немного подправить наши планы по поводу смены режима. И он собирается к Эль-Президенте. Если хочешь жить сам, убей Дюранго. Дюранго появится в любую минуту. Лучше тащи свой зад на армейскую базу. Черт, Рика, они уже уходят. Быстрее уничтожь этого генерала. А вот и плохие парни. Огонь, убейте его. Огонь, убейте его. Дюранго в том лимузине не было. Полагаю, он уже наслаждается где-то в борделе, в Эль-Вулкане. Отправляйся туда и покончи с ним навсегда. Его.
Руки вверх. Хорошо, поторопитесь. Прикрой свой зад, солдат. Да, иногда я просто это теряю.
Следи за тем, что делаешь. Нужна подмога. Хорошо, поторопитесь.
Эхо, убейте его! Слышь, брат, пожалуйста, не бейте меня. Я слишком для этого молод. О боже, нет! Нет больше такой вещи, как безопасный секс. Не так ли, Дюранго?